В Европе, надо передать простую вещь. Вы получите ядерный удар по территории Европы. В случае, если вы соберетесь там с какой-нибудь миротворческий контингент НАТО создать, в случае, если вы соберетесь его куда-то там вводить и прочее, прочее, да, это будет ядерная война. А да. Это было и сказано французским журналистам. Это будет ядерная война, вы должны это понимать. Значит, храбрые поляки, от вашей Варшавы не останется за полсекунды ничего. Храбрые немцы, так сказать, да. Храбрые эстонцы, храбрые прибалты. Кстати, по поводу храбрых прибалтов. Вот в Калининграде, я знаю, сейчас большие проблемы на границе. Может быть, актуальным становится вопрос коридора до Калининграда? Коридора, сухопутного коридора до Калининграда. А почему нет? Ну, если же до Приднестровья мне пробивать, кажется, мне кажется, что государство под названием Литва и государство под названием Польша ведут себя слишком нагло. Слишком нагло. И не понимают еще, так сказать, да, что вот на самом деле с ними можно разобраться быстрее, чем с Украиной. А потому здесь? Что вопрос не коридора надо. Это вопрос локальной военной операции, и это гораздо проще, чем все то, что мы сейчас затеяли на Украине.